Ребят, привет! В палатке начнем ролик. Приехали не на море, приехали на речку. Есть у нас такая река Иня. Потом выйду с палатки, покажу обстановку. Захотелось сменить место, да и чебака половить. Раньше хорошо клевал чебак на Ине. В общем, посмотрим, что получится. В те выходные вроде тут ловили люди. Вот смотрите, сидим. Вот такая вот обстановочка. Ну-ка, на стояк бывало, клевало часто. Все, темновато еще на улице. Потом попозже поснимаю. Налил чайку. Три поклевки было на стоячку. И никого не удалось поймать. Закормил лунку. Посмотрим. Пшенку и Дунаева. Готовая уже смесь. Посмотрим, что будет. Вот такая вот прикормка, показать. Рецептура для низких температур. Бешеный клев, но что-то я вообще не вижу. Вот. Готовая уже, то есть. Кому что интересно, может, будет. Поклевка была сейчас. Хорошая такая. Ну, давай, клюй. Это подойдет, клюнет, пошевелит и все. Вот зараза, клюет, клюет, поймать не могу. Ну? Ну давай. О, ребятки, первый чебачок. Вот кто там клюет. Это ельчик даже, ельчик. Другую мормочку поставил. Ельчик. На опарыша. Давай, подошел, может, на прикорм. Давай, 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 давай. Вот, нет. Не хочет. Мелкий. Крупный сразу берет. Оп, есть. Мелкенький. Помельче. На уху. Ну давай. Сейчас один убежал. Вот, зараза, не хочет. Ну, ну. Поинтересней. Все, съел опарыша. Нет, есть, что-то не увидел я его. Давай. Вот зараза не хочет. На улице на рассвете прям холодно, в палатке хорошо. От, нет. А чебака-то нету крупного. О, а вот чебачок, ребят, красноперый. Может, подойдет еще. Будет клевать. Рассвело, начал шевелить маленько. Подошел на прикорм. Давай, 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 давай.
Давай, давай, давай. Затихло ненадолго. Сейчас поклевка была. Что там у нас? На месте все. Ну-ка. Ну-ка, давай. Онлайн. А, не хотит. Плохо берет. Да и мелкий. Оп, что-то тянем. О, чебачок. Чебачок, ребятки. О. Ну-ка, подошел опять, может быть. Подойдет, клюет. Потом убегает. Вот, ребят, смотрите красоту, какую хочу показать вам. Где рыбачим сегодня. На Ине река. Ой, красота. Тут как бы конец протоки такой. Да, мунир передвигается. Красиво. Лиса, заяц он бегал. Вообще красиво. Но пока клюет, но мелкий. Вот, ребят, на улице мороз прям капитальный. Прям чувствуется градусов. Наверное, на рассвете сейчас 27 точно есть. В палаточке тепло. Время уже 11, оказывается, доходит. Чайку попьем с шиповником, который мы с вами собирали в одном из роликов. Рыбацкий бутерброд. Сало домашнее, грудинка. С хлебушком черным. И клевать перестало. Еще поклевки были несколько, и все. На сало надо пробовать. Вкуснятина. И у всех сейчас выходил, спрашивал, узнавал. У всех вот так. Подойдет, клюнет. Ладно, будем трапезничать. Ребят, просидел сколько, нифига не клевало. Сейчас поклевки опять пошли. Еще закормил. Не могу поймать. Мелочь, наверное. Выловил, ребят, кто клевал у меня. О, еще ельчика такого. Долго поклевки были. Не на камеру уже выключил. Может, еще поклюет. Вот еще одного поймал уже, красноперого чебачка. Достал камеру, убирал в тепло. Еще поклевка была. Давай. Клюй, паразит. На игру вообще не хочет. На стоячку вот еще. Нет-нет, клюнет. Ну вот, ребят, идем потихоньку. Назад рыбалочка такая получилась. Мелочь, ну приятно, побыли на Рене, давно не был на Ренюшке. Все на морях. Места красивые здесь, конечно. Есть чебак хороший, а так в основном мелочь что-то берет и все здесь. Ладно, все, кому ролик понравился, палец вверх, подписывайтесь на канал, увидимся на следующих рыбалках. Вот такая вот природа. Идем, он не идет по тропинке, вот. Красиво, еще пара палаток осталось. Вот тропа. Все, ребят, всем пока.